Всем доброе утро! Сегодня на календаре 27 декабря. Уже подошло время снимать с дерева следующий урожай. И вот Иван этим и занимается. Снимает киви. Первый раз вот снимаю урожай киви. Вот так вот он растет. Да, вот так вот он растет, представляете? Всем, кто не знает, как это выглядит, вот, можете посмотреть. Вот такая вот лиана интересная. На ней уже листья все опали. А собираем мы киви только по той причине, что, представляете, птички прилетают, вот, подъедают ее. И вот, вот там, по чуть-чуть. Вот у нас тут было несколько деревьев хурмы, тоже подъели все. Да. Звери. Погода, как видите, у нас отличная. Марьяна вон совсем раздетая, в летних сандалиях гуляет. Марьяша, привет! А вот так вот у нас выглядит компостная яма Raw Vegan. В зимний период, оранжевого цвета. Оранжевого мандаринового цвета. Киви для меня, конечно, как экзотика, тот, кто вырос в Владивостоке, и кроме как клубники, ничего не было там, чтобы произрастало. Ладно. Да. Марьянка будет скоро есть киви много, да? Да. Мандаринов сегодня съела 6 кг, наверное, да? Ну все, всем пока. А нам приятного аппетита. Ха-ха.